Привет, представьте, пожалуйста. Здравствуйте, я Олейник Дмитрий, представляю клуб «Сенат», танцую уже 11 лет, танцую и в паре, и в команде «Формейшн». Молодец. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя были первые ощущения 11 лет назад перед выходом на паркет? Как ты с ними боролся? Ну, было очень страшно, я вообще не знал, как это все происходит. У меня был еще мой первый тренер, за что я ему очень благодарен, что он меня привел в этот спорт. Ну, было очень просто, ну, эмоции просто переполняли, было очень трудно морально. Физически было легко, потому что еще, ну, такого многого не знал, а вот морально было очень тяжело. Что бы ты посоветовал начинающим спортсменам, как преодолеть вот этот вот страх, моральные какие-то депрессивные нотки перед выходом? Ну, что стоит для себя в себе внушать? Ну, я думаю, что прежде всего надо очень много тренироваться постоянно, чтобы перебаривать этот страх, и постоянно выступать. Чем больше ты выступаешь, тем у тебя этот страх пропадает со временем. Какой для тебя, вот уже 11 лет, считаю, ну, не считая профессионал, ты считаешь самым трудным, сложным акробатическим трюком? Ну, Б-класс и мейн-класс, там надо партнершу ловить, чтобы она не упала, чтобы не получила травмы. Как с партнершей ты достигаешь взаимного доверия? Это ведь тоже немаловажный фрагмент. Ну, для этого у нас есть тренер Ляшенко Сергей Валерьевич. Он нам все время помогает, поддерживает нас. И мы ему за это очень благодарны. Ну, раз мы уже заговорили о тренере, тогда, может, передашь ему пару слов и приветик? Да, передаю привет Ляшенко Сергею Валерьевичу. Вы самый лучший тренер. И также передаю нашему любимому тренеру Проскуриной Наталье Святославовне. Вы тоже самый лучший тренер. Люблю вас. Скажи каких-нибудь пару напутствий для себя самого в будущее, потому что это будет в дальнейшем фильм. И когда это, спустя несколько лет ты посмотришь и вспомнишь себя, решишь, достиг ты этого, не достиг, чего бы хотелось. Ну вот мы со следующего года начнем ездить на международные соревнования по Б-классу. Я очень хочу выиграть чемпионат мира, вообще выиграть все соревнования, стать абсолютным чемпионом. Ну это прям мечта моя.